вскрыть во что бы то ни стало место происшествия пыталась сегодня хозяева, пострадавшая от огня иномарки. На защиту поврежденного БМВ от видеокамеры бросилась вся семья его владельца. Машина, оставленная во дворе, загорелась в 3 часа ночи. Такие происшествия, в отличие от реакции пострадавших, в нашей области не редкость. Только в этом году огонь повредил 166 машин, 10 из них подожгли. Вам сейчас камеру разобьют, ей-богу. Вот не запрещаю вам за это, понимаете, снимать. Не кричите, так нет, уберите нет. Нафиг камеру, засуньте в машину, едьте нафиг свою. Я вас машину не трогаю, не трогаю, вы камеру не трогаете. Я уехал под камерой. То есть вас тоже не снимать? Не надо снимать машину. Вот вы видите, что вам говорят люди. Нет, ваша-то машина. Не надо снимать машину, я вам говорю.